В общем, всем привет, с вами Боди, и сегодня у нас идет стрим, и меня попросили на стриме, а я думаю, почему бы и не записать заодно реакцию на стриме, это Мия Бойко, фит Егор Шип Пикачу. Много-много людей просило, даже вот-вот, просто конкретно просило посмотреть, поэтому почему бы и не посмотреть, правильно? Правильно. Вот, я, короче, сразу лайк поставлю. Я послушал песню уже, в принципе, поэтому я буду сейчас... смотреть чисто клип. Фит. Я видео снимаю, какого хрена такие донаты? Мать моя женщина, я сейчас в туалет пойду. Спасибо. Извините, отошел. Погнали. Я сижу на камушке, ла-ла-ла, где ж ты, моя лавушка? Вот, ребят, честно, скажу сразу с первого раза, что я, во-первых, офигел, спасибо огромное. Чувак, ты видео. Фу! Ладно. Короче, я что хотел сказать-то. Получается так, что... Блин, я растерянный, ребят, простите, я растерялся, я не ожидал такого просто, не ожидал, спасибо. Ладно, давайте возвратимся немножко, все. Я буду сразу говорить, если что, это будет разбор, да, правильно, вот. Поэтому, если здесь будут много пауз, да, и видео получится длинным, вы меня простите, вот. Короче, мне очень сильно изначально нравится ее голос. У нее очень приятный голос. Я Мию Бойко ни разу не слушал, вот реально ни разу. Первый раз ее слушал, у нее очень красивый голос. Ла-ла-ла, тут и там ищу, чтоб не потерять. Ты мой Пикачу. Это просто жесть какая, я просто не понимаю. Вот. Ну вы просто прикиньте, какой у нее голос. Вот я сначала подумал, что там вообще, в принципе, автотюна-то нету. Ну реально, как будто нет автотюна. Но голос, это что-то с чем-то вкратце. Вот, поэтому вы поняли, голос красивый. Напишите в комментариях вообще, хотите ли вы, чтобы мы сняли реакцию? Нет, Кирилла рядом нету, да, я забыл. Вот, хотите ли, чтобы я снял реакцию на какой-нибудь, там, не знаю, клип как раз Бойки? О, поперло, Егор, все, ну красавец, сразу видно, смотрите, как я, ой. Блин, мне вот еще, кстати, очень сильно нравится, как Егор Шип сейчас сделал свой образ. Типа, знаете, я вот, по крайней мере, Егорка нас заметил, я знаю то, что он лайкал, ой, комментарий свой оставлял и так далее. Егор, вот, скажу, давайте не сейчас, да, я думаю, где-нибудь на 30-й секунде, где-нибудь вот так вот примерно, я хочу сказать кое-какое мнение об этой песне, потому что я ее слушал уже на стриме, но клип я решил реакцию вам сделать. Я с тобой хочу чуть-чуть, Пика-пикачу чуть-чуть. Короче, смотрите, к чему я сейчас это все подвожу. Я вот вы слышите минус, скорее всего, да? Ну, понимаете, что такое минус, инструментал песни. Вот. Их слова. Вот мне очень сильно нравится то, что они ушли немного в другое... Короче, в деревенский минус. Мне вот нравится, как частушки плюс деревенский минус. Я не знаю, как это... Короче, в совокупности это звучит вот так. Вот мне нравится. Чуть-чуть, я с тобой хочу, чуть-чуть, Пикачу, я выбираю тебя. Какие красивые тона. Мне очень нравится, как они подобрали даже под цвет ее волос. Представьте, типа под цвет ее волос они вкинули задний фон. И, кстати, вот этот кадр я очень хорошо поймал. Скриншотте. Офигенно. Я хочу посмотреть, кто вообще работал над клипом. Сколько людей. И я сижу на камушке, ла-ла-ла, где же моя лапушка, ла-ла-ла, там бла-бла-бла, я ничего не понял, ни хрена. В рифму? В рифму. Так, стоп, а текст? Да. Богдан, чё ж ты так тупишь? А где текст? Текст? Почему так мило? А текст? Текст где? Понятно. Нигде, да? Максимум только вот это я вижу. А сам текст я чё... Странно, ну ладно. Егорч, красавец! Чё так долго, господи, помилуй? Вот я все-таки думаю, может быть найти? Может найти здесь, просто полистать, какая разница?
похож на отрывок Егора Крида. Нет, нет, нет. Я как понимаю, у нее, короче... Блин, да мотнись ты вверх. Короче, я как понял, у нее «Я сижу на камушке, ла-ла-ла» — это ее трек, правильно? Ну, типа песенка. Или как это? Чья это вообще песня? Это песня Мия Бойко и Егор Шип, это фит, да? А именно, получается, у Егора Шипа на канале вышло что? У Егора Шипа на канале... Сейчас, Егор Шип. У него на канале, получается, вышел... Ага, тизер, а у нее вышел клип. Все, понятно. Мысли на пол, лезу в покебол. Вот я не понимаю, мысли на пол или как? Напишите, короче, в комментариях, да, под этим роликом, пожалуйста, вообще текст. Буду очень рад. Моя детка бомба, руки все на стол. Она похитила разум. Ай, хорошо, я не понимаю, ему кто-то пишет текст или он сам? Или он сам? Я, погодите. Сейчас, у него же здесь вот написано, наверное. У него написано здесь где-то, нет? Или нет? Написано, должно быть написано. Автор слов. Егор Шип, Мия Бойко, Константин Кашкаров и Саша до утра. Я вот жду, хотя бы подожду еще полгодика, и я жду, когда вот я сделаю, буду делать реакцию на его клип еще один. И я вот хочу, чтобы когда я зашел сюда, я увидел только Егора Шипа. Вот, братан, давай, давай, делай. Верни мой разум на базу. Ссылка удалена. Донатит. Я покемон, я попался, мне детка расскажет, где взять ананасы. Ананасовая тишка, мы на движ. В смысле, погодите, а я что-то этого не слышал. А как? А я такого не слышал. Вот это вот как-то так. Удивляете меня. Я в тизере не слышал этой. Странно. Я думал, у нее только один куплет, а она тут второй раз уже поет. Что-то я не понял. Ну ладно, хорошо. Ну, Пикачу красивый. Ой, да без тебя мне крышка, сплю и вижу. Я вкрашилась в парнишку, плачу как и... Господи, я не понимаю, у меня что, память как у рыбы? Почему я это не слышу? Почему я забыл это? Знаете, это то самое ощущение, когда ты пропускаешь Мия Бойко и слушаешь только Егора Шипа, потому что тебе западает его текст. Мне очень понравилось, как он про Пикачу, про покеболы сказал и так далее. Да, есть какая-то отсылка к покеболу Джарахова, да? Ну, помните? Покебол, ловлю в покебол. Вот, или ЛСП, помните? Там тоже Пикачу, у него трек так называется. Вот, мне прям запал текст Егора Шипа, он прям очень хороший, я так вдумался, мне зашло. Мне вообще заходит вот эта тема, как они делают это. Мне еще понравилось, как они добавили все такие пика. Я не сделаю так, не парьтесь. Я так не смогу сделать. Ну что тут еще добавить? Пока что мне все нравится. Я еще раз повторюсь, то, что очень хороший минус, точнее, то бишь инструментал. Текст прям отлично написан. По крайней мере, Егора Шипа вот так вот. А, стоп, погодите, они, получается, тупо на одной локации или что? То есть там, получается, несколько локаций, они даже нигде больше и не были. Интересно. Я думал, то, что еще что-нибудь добавят по локациям. Ну, типа, только синий фон и белый фон. В принципе, ну, в принципе, бюджетный клип, согласитесь? Вот в чате даже напишут. Вот, я не могу. Ребят, напишите в... Я точно буду вырезать донаты. Я точно буду вырезать донаты. Ты там ищу, чтоб не потерять. Ты мой Пикачу, выбирай тебя. Пика-пикачу. Нет, ну четко, мне нравится. Я могу сказать то, что очень... Ну, короче, в принципе, бюджетный клип. Но мне нравится именно голос. Вот, я просто говорил, почему я буду много пауз делать, потому что я буду очень много ориентироваться на сам клип, я буду смотреть вообще, короче, каждый движ... Ну, это просто так, где Кирилл? В попе, Кирилл, в попе. Прошу вот не донатить во время ролика, вот. А ты не знал, да, у нас стримы в 19:00 по Москве, давай заходи к нам на стримы. Чуть-чуть,
Пика-пикачу. Чу-чу-чу-чу. Так с тобой хочу. Чу-чу-чу-чуть. А что хочу-то? Так с тобой хочу. Что хочешь? Что ты с ней хочешь? Вот, вот мне интересно. Они не заканчивают мысль. Что они хотят? Что вот Егор Шип хочет с Мия Бойкой? Вот так с тобой хочу. Чуть-чуть, чуть-чуть. Что там? Сходить можно на свидание. В кино сходить. Погулять немножечко. Покушать вместе в ресторане где-нибудь. Интересно, интересно, согласитесь. Интересно. Вот, ты выбираешь меня? О, меня выбрали? Меня выбрали, все, я рад. Короче, я могу какой, в принципе, итог-то подвести, да? Какой? Песня офигенная. Мне нравится, как свели голос Егору Шипу. Почему? Объясняю. Не слышу автотюна. Нет, есть автотюн. Стопудово есть. Но я его практически не слышу. Очень хорошо обработан голос из-за этого. Поэтому я и нифига почти его и не слышу. Но там автотюн автоматом точно, я уверен. Там есть автотюн, потому что мне говорили то, что Егор всегда поет с автотюном. Я, конечно, не уверен. Поэтому не буду точно думать, поет ли он с автотюн, не поет ли. Ну, похрен. Вот, просто скажу то, что хорошо. Мне песня пока что нравится. Ой, наверное, чуваку, который находится в этом костюме, настолько плохо, настолько жарко, он там уже устал, наверное, танцевать. Я вот сейчас смотрю на Егора Шипа, он уже весь мокрый, посмотрите на его волосы. Я уже вижу, у него корни все мокрые волос. Не знаю, видно, нет? Видно, наверное, там так... Такая, наверное, жара была, они там вспотели прыгать-то. Вот. Чё еще здесь можно добавить? Мне нравится то, что... Нет, вообще мне не нравится то, что всего один фон, господи. По клипу, я думал, будет больше каких-нибудь, не знаю. Но они тупо на одном фоне сделали. Это фиолетовый и синий. Ну, вот этот, голубой. И все. Фиолетовый и голубенький фон. Блин, обидно, обидно, еще раз обидно. Думал, больше фона будет. Ну все, и утащили они Пикачу. Вот. Что еще добавить? В принципе, добавлять мне больше нечего. Я могу только сказать, чувак или чувиха, заходи на наши стримы. В 19:00 по Москве они. Я не обещаю, что они каждый день. Но просто, если видишь 19:00, то, возможно, у Боди идет стрим. Что я еще могу добавить? Я могу сказать то, что... Клип обычный. Ну, честно же говорю. Вот, обычный клип. Прикольно. Мне больше понравилась все-таки песня, чем клип. Клип обычный, просто с Пикачу попрыгали и так далее. Поэтому, ну, бюджетники такой, ладно, нормально. В 4К снято. Я выбираю тебя. Пика! Пика, вот именно, пика тебе. Вот, поэтому, ребят, в принципе, пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на наш с вами YouTube канал. Включайте колокольчик. Включайте уведомления. С вас лайк, подписка на канал. И до новых роликов. Всем пока. Жду вас всех на стриме.